если вы нахмурясь выйдите из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас, любимый, вдруг поссорил случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше. 1 апреля 2011 года катер береговой охраны Египта вновь занял свое привычное место напротив пляжа отеля «Рояль» Реджина Ресорт в Хургаде. Нас охраняют, и нам хорошо. Русская пятница сегодня. Как оцениваете вчерашнюю новость о том, что наконец МИД России снял свой запрет на посещение Египта туристами? Давно пора. Привет, воробьи. Кристина, Полина, ну привет, ну что вы как молчите-то? Привет. Как настроение? Хорошо, нормально. Точно, точно? Да, нормально. Давайте посмотрим, вдруг кто-то с палкой стоит рядом и заставляет вас говорить, что вам хорошо. Как успехи в школе? Хорошо, нормально. На какие оценки учитесь? Нормально. На 5. Точно? Да. А Кристина на какие? На 4. То есть хуже, чем Полина? Ну, на 5, на 4. Понятно. Как сегодня настроение в пятницу? Хорошо, нормально. Точно, точно? Да. А, Кристин, ты сколько живешь в Хургаде? Год. Год, а Полина? Год с половиной. Тут тоже год с лишним уже. Ну и что здесь нравится, что не нравится? Нормально. Все нравится. Точно? Да. А вдруг кто-то с палкой стоит сейчас и заставляет нас говорить, что нам здесь хорошо? Нету никого. Но, а скажите, в России давно были? Да. У бабушек, у дедушек? Да, да. Очень хочется в Россию съездить? Да. На каникулы или на совсем? Совсем, на каникулы. Кристина, тебе почему на совсем хочется уехать в Россию? Мы-то давно уже хотим. Да? А Полина? Просто на каникулы, у бабушки съездить. А где больше нравится жить, в России или в Египте? Где у тебя бабушка и дедушка живут? В каком городе? В Астрахани. Ну, передавай привет. Привет, Кусти, дорожки всегда. Полина, передавай привет бабушке и дедушке. Привет, бабушка и дедушка. А где они живут у тебя? В Нижнем Новгороде. А там в Нижнем, наверное, у тебя много друзей осталось? Да. То есть первый класс ты в России училась? Да. Ну, передавай им привет. В какой школе училась? В поселок. Ну, вот давай, говори. Дорогая школа, передай привет. Дорогая школа, всем привет. У тебя здесь все хорошо или все плохо? Все хорошо. А, добрый день. Аня, Мустафа, добрый день. Как настроение? Точно? Да. Мистер Мустафа, как у вас дела на работе? Слава Богу, очень хорошо. Все отлично? Да, слава Богу. А, сегодня работаете? Я сегодня работаю тоже днем. А, то есть с утра вы с семьей на пляж, а потом на работу? Конечно, да. Понятно. Сейчас только что разговаривал с Полиной. Полина такая счастливая, довольная. Вы стали недавно героем статьи в «Комсомольской правде». Ваша семья, вернее, стала коллективным героем, где и мистера Мустафу, и вас обвиняли в очень многих вещах, которые не соответствуют действительности. И сейчас я лично и все наши зрители могут в этом убедиться. Как настроение? Настроение хорошее, отдыхаем. Ну, вообще, конечно... То, что происходит, это безобразие. Конечно, мне очень хорошо, потому что да, мы хотим вырасти как нормальная семья. Спокойно, мирно, все. Ну, конечно, все плохо сейчас, потому что всегда в стресс, моя жена беременность. Самое переживание за Полинку, потому что вдруг приходит, начнет что-нибудь спрашивать или еще что-то. Это же ребенок. Это фотографии с вашего разрешения газета печатала, фотографии Полины? Фотографии Полины без моего разрешения, это раз, два, я сказала, фотографии моего мужа печатать, запрещаю. Запрещаю, говорю, вы не имеете права, напечатали. Документы взяли, обработали с мужем, не плачет.
Ань, ну давайте все-таки я тоже советую и рекомендую вам не волноваться. В общем, пусть говорят, наверное, что хотят, а так как, наверное, да, наверное, много ваших друзей и родных, кто прочитал эту статью, ну, волнуются за вас, переживают, зная на самом деле, как все происходит. Вот давайте привет им, что ли, передадим. Давай. Привет передаю всем. Люблю свою мамочку, маме, Косте, бабулечке привет передаю. Своей подружке любимой Оксане передаю привет. Ну, всем знакомым, кто меня знает. Всем привет. Добрый день. Вкусно. Здравствуйте. Скажите, как часто вы на пляж Реджины приходите? Каждую пятницу с ребенком. Ну и как настроение, что... Прекрасно. Ребенку очень нравится. На детской площадке играем, купаемся, загораем. Ребенок в восторге. Следующий ребенок тоже. Ему тоже все очень нравится, спасибо. Как долго живете в Хургаде? 8 лет уже. И как впечатление? Замечательно. А откуда вы? Очень нравится. Ноябрьск, Сибирь. У вас там, наверное, много родственников, друзей осталось? Да, конечно. А давайте им привет и передадим. Мама, привет. Сегодня 1 апреля 2011-го. День юмора и шуток, но мы показываем и рассказываем все абсолютно серьезно. Бежим. 6 человек вокруг 5 стульев. Хлопок! Чайка на воду летает, и за рыбками ныряет. Чайка на воду летает.